То, что Валенсия – праздник, видно и слышно издалека. Танцы, громкая музыка, ослепительные улыбки детей и взрослых. На улице крепкий мороз, а город окутан белой пеленой. Это говорит нам о том, что уже наступил фестиваль Дедов Морозов. И такую погоду для нас подготовили зимние волшебники. Каждый год 1 декабря Пакайны встречаются с друзьями Валенсии. Это у них такая традиция. Пакайны – карельский морозец. В этот раз, в день своего рождения, он вновь устроил фестиваль «Аланецкие морозные игры». Более 25 волшебников и их помощниц Снегурочек из разных уголков страны приехали поздравить дарителя из Карелии и посостязаться между собой за титул лучшего Деда Мороза. Это нам хочется, так чтобы они показали свою удаль, еще и молодецкую, в том числе. Бороду отрастили, это не значит, что у них нет ни сил, ничего. Пусть они покажут. Посмотрите, как и дети радуются, они готовы помогать Деду Морозу. Это очень радует, потому что здесь вот рождается именно праздник благодаря именно людям, которые пришли к этим волшебникам. Конкурсная программа началась с визитной карточки Дедов Морозов. Участники говорили стихами, пели песни собственного сочинения и танцевали, разогревая публику. Похлопали! Одним из кульминационных моментов для зрителей были соревнования дедушек на тропе Пакайны. Там были станции, волшебный баскетбол, флешмобная, музыкальная и спортивная. В последней из них нашей съемочной группе удалось принять участие, но все усилия напрасны, ведь Дед Мороз всесильный, да и группа поддержки у него была солидная. Дедушка, не отставай! Дедушка, ты куда? Ну, дедушка, вы так ловко победили во всех испытаниях. Расскажите, где же вы этому всему научились-то? Ну так, я весь год готовился в лесу, да еще не один, со Снегурочкой. Она моя главная помощница. Решающим испытанием для проверки подготовки морозов стала станция, где участники своими силами должны были передвинуть трактор. Зрители ликовали. Многие специально приехали в Аланец, чтобы посмотреть на праздник волшебства. Красиво здесь, красочные костюмы, очень весело, жизнерадостно. Еще хочется к вам приезжать и приезжать. Будем теперь приезжать к вам почти каждый год. В завершении торжества для публики подготовили сказочное шоу, фейерверк и зажгли огни на первой новогодней елке в Карелии. А победителем 21-х игр Дедов Морозов стал уроженец Аланца. Любовь Цыганова, Сергей Беляев, служба новостей.